забыл поменять фрапси на F9, поэтому у меня светофакел в такой плохой. Ладно, если я нажму F9 опять, то будет все плохо. Надо на F10 поставить. Фу, что делаем сейчас? Ставим верстак и, наверное, идем добывать ресы, например, медь. Не пущу. Потом я сделаю сундук. Ну ладно, побежали. Как видим, зимний биом, потому что снимаю я реально зимой. Сейчас какой там? 30-й уже. Завтра Новый год, ура. Хи-хи. Так, забыл факелы, как всегда. А нет, есть один. С одним факелом я проживу. Но светит он, как видим, очень плохо, потому что все из настроек. И в 9 надо снять. И у меня дома очень холодно, поэтому я трясусь аж от холода. Даже зуб трясутся. Стучат. Так, что ж, создадим планочки. Так, планочка есть. Хавка у меня даже есть. Надеюсь, я что-то увидел. Да. Это все нехорошо. Снежный блок. Факел я не хочу терять, так что факел не трогаем. Да что ж такое-то? Вот. Терка лагает, это странно. Выпрыгиваем из этой ямищи. Я даже не допрыгну. Печаль, печаль. Что же делать? Зеркала у меня пока что нету. Про террарию, кстати, очень много уже знаю. Потому что я всю прошел. Так. Да. Это было не очень прикольно. Планок надо побольше делать. 6 мне хватит. Я надеюсь, вам все видно. Как я уже говорил, я экспериментирую с новыми форматами видео. Надеюсь, вам все видно. Эх, опять вот опять планки ставить. Даже не планки, а что-то другое. В общем, печально. Мы не ходим направо, пойдем налево. Налево хуже ходить, но не в моей ситуации, не в моем положении. Так, ладно. Используем священное дерево. Дерево недосягаемое. Дерево нельзя просирать. Ну и ладно. Это чё? Ух ты. Как видим, все плохо видно. Все из-за факела. Точнее, из-за настройки. Надеюсь, в следующей серии я все это исправлю, если не забуду. А следующая серия, возможно, уже сейчас даже идет. Потому что, как я вам уже говорил, снимать, точнее, выкладывать я буду без демонтажа. Так. А, я забыл, как плавать. Это у меня не Майнкрафт. Ждем слизня. Так, ого, этот кританул. У меня все-таки мечик не очень. Кританул я нормально. Окей. Используем древесину. Во, по-моему, там же сокровища. Снимать одному совсем неинтересно, если честно. Так, 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 так. Ладно, я надеюсь, мы скоро завьемся. И будет все получше. Факел. Факел все-таки надо побольше сделать. Сделаем, 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 сделаем на все. Весь гель, который у нас есть. Планочки не трогаем. Так, что видим? Два факела. Ладно. Забью на факела. Пойду исследовать. Мне нужна срочно медь. А как я вернусь домой, интересно? Хотя, если я теряю только монеты, то домой мне будет легко вернуться. Ладно, пофиг на монеты. О, факел, это хорошо. Грибочки, грибочки на начальном этапе мне пригодятся. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Хотя, не знаю. Так, 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 так. Мне тут стервятник не нужен. А, ну да, я и забыл, надо бить киркой. Капец, сколько у него жизни? 40? Вы издеваетесь? Хорошо, хоть опыт не упадает. Ладно, по-моему, я ничего не найду. Это печаль. Если я уже в пустыне. Вот медленный бег меня больше всего раздражает. Опа, джунгли. Ну я хотя бы теперь знаю, где у меня джунгли. Вот этот вот слизень меня нервирует. Иди сюда. Сколько у него хилов-то? А, ладно, пофиг. Я не успеваю за ним следить. Ну и, по-моему, мне надо возвращаться домой. Ай-яй-яй-яй. Кыш-кыш-кыш-кыш. Серии, наверное, будут по 5 минут. О, я умер. Ладно. Кроля мой исчез, как всегда. Ждем. Надеюсь, красная луна мне не повредит сегодня. Эх, что же делать, что же делать?
Гида нет. Мне нужен стул. Опа, сюрикены. Хорошая вещь. Стул, стол. У меня есть верстак. Очень лагает почему-то, я даже не знаю почему. Ну и ладно. Кролик ко мне сам прилетел. Я об этом не просил. Опс. Так, деревянный стул. Поставили. Проверим, как здесь будет жить наш гидик. Это подходящий дом. Все отлично. Селим сюда. Гида. Все. Так, убираем это неприиски. И нифига у меня нету. Ни одной брони, ничего, ни одного аксессуара. Плохо. Конечно, плохо. И я ничего не вижу. Так что пока что я пристановлюсь и поменяю настройки.